естественно, своим напряжением эта длительная борьба сказывается и на здоровье, и на состоянии всех, кто находил и находится в себе силы продолжить бороться и сопротивляться. Сегодня будет сделан акцент на заболеваниях аллергических. Я надеюсь, вы не забыли поставить кремы, воду, все, что вы хотите зарядить, все это будет заряжено. Итак, я попрошу вас подготовиться, сесть поудобнее, вам должно быть свободно и комфортно. Не надо не облокачиваться, вот так сядьте ровненько, расслабленно. Положите руки на коленки, ладонями вверх и закройте глаза. Только прислушивайтесь к тем ощущениям, которые будут возникать во время сеанса. Итак, пожалуйста. Конечно, дел в области. Употребляю, что есть на опушке леса, сухой травой, вокруг, погрузки, усталость, застолье, тушу этого лося, разделанную тушу, лося на месте, и меня. Утолил голод себе, к самого. Все в прицел, по машине, подсветкой. Разрешение на охоту. Хоть. Охоту. Охоту. Документов на охоту. Отказался. Не оказалось. Это незаконное. Законно. Запахом алкоголя. Хотя я не пил. Исследование, показания против меня и моих друзей по данному делу. Вот и вся правда. Вот так все и было на самом деле, дорогие друзья.